до конца не выбрались. Умри, умри. Я ж испугался, бляха. Уже. Блях, ублюдок, а. У меня что, патроны бесконечные на тебя, что ли? Ты покойник. Да я в курсе уже. Вот ублюдок, почему он остановился-то? Ну почему он заклинило-то опять? Почему он опять заклинило-то? Сразу быковать начал. Может, договоримся? У меня есть деньги. У меня есть колбаса, у меня есть тушенка, может, договоримся? Не хочешь? Да в смысле? Ты видел, куда цель-то была? Я видел? Кружочек у меня прям в проем дверной. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы с вами выключили выжигатель мозгов. Вот. Теперь... Нужно выбраться из бункера. Мы, короче, в прошлой серии так до конца и не выбрались. Умри, умри. Я ж испугался, бляха. Так, вот. И, короче, я не знаю, как это сделать, потому что у нас боезапаса вообще нет, кроме снайперки. Вот. Вы писали в комментах, короче, то, что... Помимо просто аномалий в игре, есть, короче, аномалии самой игры. То бишь, враги здесь могут респавниться, короче, прям за спиной. Вот тебя убили, там ты загрузился, да, перезагрузил, там, допустим, я так понял, игру перезагрузить надо. Перезагрузил игру, и, короче, врагов, допустим, было до перезагрузки. Трое, после перезагрузки целый отряд. Или наоборот. Короче, я так это понял. Как это, я понял, это так работает. Ладно, не суть. Попробуем. Не знаю, как это... Бляха, смотри, какой умный-то. Видал? Он обошел, короче, в одну дверь, вышел из другой двери. Хера он такой просто умный. Жесть. Вы сказали, короче, то, что нас ждет впереди Припять и ждет впереди ЧС. Там будет много монолита и всякой дичи, короче, я не знаю, как мы будем это проходить. Нам в любом случае надо, когда выберемся из бункера, надо сходить кому-то, я не знаю, к бармену, возможно. Сходить и купить, короче, патроны. Не знаю, будем, короче, стрелять. У нас 18 патронов снайперки, будем стрелять со снайперки. Я не знаю, как это вообще. Засранец, он снизу. Ладно. Зашибел. Вот я сейчас спущусь, он опять меня убьет. Я тебе говорю. Умри ты! Хера! Бляха, меня добивает как их живучесть. Так, ладно, этого убили. Патронов вообще нет. Так, может, у него патрончики есть от ПГшки? Так. Этого мы смотрели? Смотрели. Бляха, надо обходить. Упал он как-то не очень хорошо. Так, пусто, этого мы смотрели, да, этого куда-то колбаса. Ну да, чё, забить врага колбасой, почему бы и нет. 5 патронов всего. Ладно.
Ладно. Как-нибудь. Так, ладно. Что у меня... О, я думаю, что у меня мышка-то это... Так херово поворачивает. Ага, сверху. Блюдок, а? Блях, они так быстро бегают. Ух ты, ух ты. О. Так быстро бегают. Нормально они... Ух ты, их там двое. Их там двое. Так, ладно. Да собака, не на ту кнопку нажал. Через решетку я не прострелю, наверное, скорее всего. Я только патрон сейчас потратил и все. 10 патронов. Он так хорошо стоял. Опа, опа, опа. Нет? Он так хорошо там стоял, короче, вот здесь вот между. Я бы мог его просто гасануть. Так, минус один, хорошо. 7 патронов. А, 4 патрона. Опа, опа. 4 патрона. Нажри. Хорошо. Давай где-нибудь выгляни. Выгляни ты уже. Блях, ублюдок, а? А чё, патроны бесконечные на тебя, что ли? Прикрой меня! Там опять в этой экзоскелете в этом. Кобздец. Кобздец. Ты покойник. Сам такой. А-а-а! Ты такой косой, мать его. Ты покойник! Да я в курсе уже. Просто жесть. Как тут проходить? Как? Где мне взять патроны? Где мне взять патроны, мать? Что там падает? И пробежать-то их невозможно. Потому что убивают сразу моментально. Ножом? Это дичь. Вот ублюдок, почему он остановился-то? А не вовремя, не вовремя, перезарядка. Откуда ты взялся там? Откуда он там взялся? Я тут всех убил. Зареспавнился, что ли? Говнюк. Просто говнюк. 3 патрона. Три, мать его, патрона. Блях, они так... У меня кончились. Аптечки кончились. Вообще все кончилось. Да жесть. Да жесть. 13 патронов в ПГшке. Что делать-то? Сохраняться. Что еще делать? Конечно, сохраняться. Я не знаю. Блин, мне жалко выкидывать какое-то из моих орудий. А смысл? И смысл выкидывать тоже смысл. Потому что... Патроны даются почти, блин, везде одинаково. По 3, по 4, по 6 патронов. Так. А, по низу, да? Мне нужно найти выход. Отсюда. Я думаю, на улице будет проще.
как-то убежать, как-то сныкаться. Так, ладно. Пока вроде тихо. Ну почему она заклинила-то опять? Почему она опять заклинила-то? Кусок. Что ты клинишь? Вот что ты клинишь? Ты у меня в нормальном, хорошем состоянии. Что ты клинишь? Кусок автомата, бляха. Сейчас, я надеюсь, не заклинит. Или это как бы как заскриптован? Херня, не заскриптован. Так, подожди. Стопе. Начал там, сразу быковать, начал. Может, договоримся? У меня есть деньги. У меня есть колбаса, у меня есть тушенка, может, договоримся? Не хочешь, как хочешь. Блеха. У него патроны не те, которые мне надо. Бляха! Ай-яй-яй! Нах, вот скотина! Я его даже ножом не проткнул. Обычно как бывает, с ножа с первого удара, просто сложно подобраться. А тут я даже с ножа не проткнул его. Жесть. Так, один стоит. Их, вот здесь их как минимум двое. На радаре показывает 6. Вылези. Ну вылези. Дай ему прикурить, я обойду. Да ладно. В экзоскелете видал, я сразу вынес. Жесть. Лежать. Я не думал, что там в экзоскелете будет чувак. Его ж там не было. Бляха. Так, ладно. Пока ништяково. 16 патронов. У этих, которые в экзоскелетах, у них, короче, ПГшки тоже, у них патроны можно позаимствовать. А вот у этих не взять ничего. Вот у этих еще нормально. Так, понемножку, патроны есть. Пока. Ага, мы приближаемся к выходу, я помню это место. Пятеро. Было четверо, пятеро, те шестеро. Бляха, бочка, вот по-любому выстрелит, смотри. Че там, взрыв был? А, баррел. По-любому в бочку выстрелит. Нет, пока никого. Бляха! Я вот почему-то так и думал, что в одной из этих комнат, но... Собака, а? Стоило дернуться, стоило встать, короче. Стоило встать, и он меня загасил. Ублюдок. Ладно, здесь пока вроде никого. В принципе, не должно быть. Так. Ладно, в одной из комнат. По-моему, он в той. Блин. Если бы я еще метко кидал гранаты, было бы вообще шикарно. Тут дичь. Куда он уперся? Бляха. Да ладно тебе. Не пугай так.
Вот с какой стороны он? Бляха. Застал меня врасплох, ублюдок. Ни аптечек, ни черта. Так, ладно, я пока не сохраняюсь. Так, бинт хорошо. А погоди, а... Жрачка-то она... Да, она тоже, смотри, прибавляет. Хорошо. Один патрон. Насмешил. Бляха, вон стоит. А, у меня один патрон. Застрелиться только еще. Граната. Граната, побереги. На. Да бляха, что ты от гранаты не дохнешь, ублюдок? Они даже от гранат не дохнут сразу. Так. Делаем вот так. Да в смысле? Ты видел, куда цель-то была? Я видел? Кружочек у меня прям в проем дверной. В смысле? Что он кидает как-то ее криво? По идее же как должно? Вот куда цель, туда и должен кидать. Почему он кидает куда-то его? Немного со смещением. Бляха. Блюдок. Почему он не отскочил? Должна была отскочить. Бляха, где-то здесь. 7 патронов. Мать его. Один выбегал вот оттуда. Ну-ка. Вот он теперь будет там сидеть, короче, пока я не подойду. Фу, повезло. Но патронов нет. Патронов нет. Снайперки у меня нет. Вот этого у меня нет. Вообще ни черта нет. Только гранаты. Ножик и гранат. Опа, аптечка хоть. Хоть аптечку, за аптечку спасибо. Сжалили сюда. Так, один он там сидит. На. На еще одну. Хорошо. Уничтожил. Есть пробитие. А где патроны? В смысле? Здесь обломали. Падлы. Падлы. В смысле, справка? Местный фольклор. Потом читанем. Не сейчас. Не сейчас. Блях, вот эти коридоры. Мать, а это что за район? Как вот эти двери открывать? Бляха!
Они еще так подкрадываются, прям вот когда начинают стрелять, короче, либо кричать резко так, и, короче, пугают, падлы. Аж вздрагиваешь. Как можно факт жопки словить? Блюдок. На, лови. Еще. Все, последнее было. Граната! А здесь патронов ноль. У меня остался ножик. Будем как Джон Рэмбо. Его убрил, что ли? Да ладно. Хорошо. Кстати, в комментах вы написали, что у Меченого получается у него раздвоение личности. То бишь, стрелок, как бы и Меченый, это одно лицо. Еще сказали, и не только, как бы, стрелок. Еще какие-то личности. Я так понял, призрак. Но мы же видели труп призрака. Как? Как это может быть? Либо, или у него такая реальная шиза, короче, шизофрения у него такая реальная, что он даже как галлюцинации вот эти. Не сдох, бля. Кранты тебе. Как вот в воду глядит, а? Кранты тебе, говорю. Кобздец. Умри. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что он там не один. А вот граната у меня была одна. Бляха. Пекаль отправить. Ну, уже поздно. Так, а мы на лифте спустились сюда, или мы как-то пришли? Я вот... Твою мать. Твою мать. Давай быстрей. Откуда стрелял? Надо как-то четко попасть гранатой. Если они там. Не вижу. Откуда стрелял? Понятно. Кладем его! Да умри! Нет! Граната там! Видал, они прут, они ведут вперед, просто прут вперед. Да на! Внимание, чужой. Твою мать, не убил. У меня только ножик. Ну и где ты? Куда он делся? Куда он делся? Не пойму. Опаньки! Опаньки! Приехал, он не один. Был бы один, я бы его сейчас чикнул. Погодь. Я не пойму. Я не пойму. А, здесь, смотри, завалено.
Враги! Тихо, тихо, тихо там. Тихо, я думал, здесь проход. Ай-яй, ай-яй-яй. И не попали. А где? Я не помню выхода. Здесь, наверное, где-то. Бляха! Пробежать тоже не вариант. Пробегать тоже не вариант. Зашибем! Граната! Вообще шикарно, бляха. Еще ее глушило. А, убил. Бляха, и патронов-то нет. Ладно. Смысла, правда, от этого я не знаю. Ох ты, 16 еще. Смысла, правда, от этого никакого. А там в этой, в экзоскелете. А нет? Давай пока с этим пекалем походим. Ааа, 12 патронов. Ага, вот я тебе про что говорил. Да загасит он мне сейчас. Загасит. Никак. Я не знаю как. Я не знаю, как это делать. Чего мне слово мо? Леха, здесь хотим хотя бы один ящичек. Да в смысле? В смысле? Он просто один выстрел мне сделал. Граната есть. На. Слышь, сволочь! Я тебя сейчас достану! Поймал? Как тебе? Как тебе, а? Как тебе, а? Нравится? Так, 12 патронов. Просто жесть, подручными средствами. Да, я не вижу. Я вижу, вот он стоит. Мне бы голову. Мне бы ему голову. Ладно, хорошо, и так. Итак, сойдет. На радаре показаны двое. Так. Что у тебя есть? Патроны, пистолет, ладно. Погоди, а вот в этих ящиках-то что-нибудь есть, нет? Не знаю, камней бы набрал в карманы, камнями бы закидал. А чё? Смачно в голову камнем попал, он отвлекся, подбежал, добил его камнем там. Да? А чё нет? Так, 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 где выход? Ага. Всё, ништяк.
Бляха! Я тебя сейчас достану! Стоило выдохнуть. Мать! Один патрон. 4. Пистолет. О! Пистолете уже немножко накопилось. Целых 32 патрона. Но мучайся, мучайся. Я буду жесткий с вами, ублюдок. Жалко, нельзя его попинать, почки ему отбить. Говнюк. Нет, я сейчас зарежу. Какое ему сейчас облегчение было умереть. Отлично. Все, это начало бункера. Это я помню. Теперь надо, короче... Еще неизвестно, что нас на улице ждет. Я хотел, бляха, эти башни, короче, снайперские проверить, где мы убивали снайперов, патроны. Но я чую, там жопа. Да, еще бы выйти. Еще бы до конца выйти. Ну где ты, бляха? Прикрывай, я пошел! Ну умирай, ну! Блях, он такой косой этот пистолет. Откуда он стреляет, пистолет-то этот? Видишь, где мушка? Жесть. Тебе, ублюдок. Ненавижу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Отлично. Отлично. Выбежали мы из бункера. Так, теперь надо как-то по улице. Я думаю, по улице будет полегче. Там больше всего, где можно спрятаться и пройти. Отсутствие излучения подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база, возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. Говорит, крупный. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вепрь, приказ установить карантинный режим на территории антенн. Нарушители режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Короче, говорит, это сопротивление не такое сильное. Так что я смогу, наверное, пробиться. Почему они в мою сторону стреляют? Они знают, что я отсюда выйду. Так. Мне надо понять бы. Покинуть шкафа. Так. Мне надо выбрать такое задание, чтобы я мог отправиться в бар. Выбрать. Припять. Бляха! Ты блюдок, а? Сражайся, иди с военными. Говно. Приперся, а? Так, ладно, мне теперь понять надо. Просто. Куда идти? Склады. Так, это в какую сторону получается? Это мне надо обойти вот это здание. Выйти. Бляха! Везде свой нос сунет, падла. Это, короче, мне надо выйти и обойти это здание. Трупы лежат. Военный. Ну что ж ты делаешь-то, военный?
Еще с оптикой смотри. Так, ну в принципе мы поняли, куда идти. Мне надо выйти и обойти это здание. Да, далеко с пукалкой с этой я не уйду просто. Далеко я не уйду с этой пукалкой. Надо что-то, не знаю, как-то придумывать этот план отхода, я не знаю. Я здесь смогу перепрыгнуть? Отлично. Бляха, бляха, бляха. Не под шумок. Под шумок как-то надо. Бегом, 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 бегом. Да бегом! Бегом, 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 бегом. Валим! Я боюсь, 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 боюсь. Все-таки смог отключить выжигатель. Тут все просто с ума посходили, когда узнали. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг, даже наемники. Кто первый доберется, тот и получит все. Исполнитель желаний, клондайк артефактов и черт его знает, что еще. Поспеши, если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Зашибись. Зашибись, исполнитель желаний. Но нам нужно в Припять. Нам нужно в Припять. А в первую очередь нам нужно добраться до бара. Так, теперь. Теперь мне нужно сюда вот и прямо. Прямо, 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 прямо. Так, ты кто? Эх, у тебя тут радиация зашкаливает, мать твою! Как ты там ходишь? Стой! 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 Одиночка! Шо? Хотел поторговаться с ним. Так, ладно. Окей, не туда. Ну-ка, здесь-то что есть? Патроны для пистолета. Ну пока... Ну что, перепрыгнул-то его? Ну пока берем, короче, для этого пекаля патроны. Потому что... Больше ничего нет. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Отряд свободы, прием. Это командир спецотряда Долга. Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты че вообще тут раскомандовался? Сейчас мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. Нифига себе. Хорошо. Так, ладно. Я думаю, сложное позади. Нам теперь нужно как-то пробраться. Так, прямо, прямо, прямо идти. Свои. Хорошо. И кто-то свои. Хорошо. А, свои против своих. Тут что-то, короче, фигачит. Понятно. Пускай тут. Молодцы, молодцы. Так держать, так держать, ребят. Так держать. Отлично.
Всегда бы так, а? Вот всегда бы так. Сами воюют там что-то, короче, а я просто так, знаешь, я нейтрал. Я мимо так прошел. Блях, он там красный. Был. Он походу попался в этот. Ага, снайпер. Вот это уже плохо. Надо снайпера как-то снимать. Да, со своими пуколками-то я тут что-то не сделаю, не заделаю ничего. Да. В смысле, не сохранился? Эта бойня меня добивает просто. Просто добивает меня. Давайте, давайте, разбирайтесь. Вот вон там идут. Так, я вот этого заберу сейчас, да? Можно было, в принципе, подождать, пока они друг друга перебьют, и забрать у них всех патроны. Чувак, ты сможешь, я его держу. Опа, нет, смотри. А, вон появился. Не прогрузился просто. Снайпер не прогрузился у меня. Бляха, ну далеко, 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 очень далеко. Убил! Отлично! Отлично! Так. Он бежит. Это далеко, бляха! Очень! Я так сейчас впустую патрон. Ой, там! И там двое. А кто это такие? Монолит? Кто такой? Ой, их там. Бляха, как быть-то? Ждать, пока они подойдут ближе? Монолит. И вот так вот перебежит. Оп. Так, там один самоубился. Давай тоже самоубейся, пожалуйста. Бля. Стой ты на месте, бля. Он тут далеко. А нет, я по нему попал, смотри, я попал по нему. Я внюк. Он один, походу. А нет, смотри, я попадаю по нему, да? Бляха, патроны. Так много патронов входит. Это... В смысле? Да беги, ну! Это. Отлично. Отлично. Так, ну можно здесь полутать немножко. Бляха.
А вот там никак. Прям в аномалии лежит. Ладно, здесь еще есть. Ну ты смотри. У меня броня-то уже все. Смотри, видишь? Сломано. А это целое. Бляха, и выкидывать-то жалко. Ладно, чё, выброшу. Пофиг. Пофиг. Мне уже потрёпанный просто. Так. Ну что, у меня видос... Ага. Пускай там приседает. У меня видос подошел к концу, короче. Вот, друзья. Вот здесь в засаде сядем. Вот. Продолжим в следующей серии, отправимся в бар, там уже после бара, ну, закупимся и отправимся уже выпить в мертвый город, как говорили, да? Город-призрак. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.